тут красивела? Навус намотав, де страхуватися онлайн. Небо над Кримом більше не належить окупантам. Щоб в страшному сні не снилось ніколи. Події останнього місяця яскраво демонструють, що російські окупанти втратили контроль над повітряним простором тимчасово окупованого Криму. Уже знищені велика кількість комплексів С-400 на мисі Тарханкут, в Євпаторії та навколо Севастополя. Російські окупанти уже не контролюють небо над Кримом. І це очевидно. За минулі місяці завдяки добрим безпілотникам, що залітали до тимчасово окупованого Криму, вдавалось не тільки іноді підривати склади СБК та бази паливо-мастильних матеріалів, але й регулярно розкривати систему ППО окупантів, формувати карти розміщення та переміщення ешелонів ППО окупаційних військ. І зараз завдяки саме їм слабкі місця ППО ворога добре всім відомі. І тимчасово окупований Крим станом на сьогодні уже як на долоні. Жодне посилення та насичення його додатковими засобами ППО уже не допоможе. Його мілітаризували бездумно і під цією безглуздою та неефективною вагою він тоне, тягнучи за собою окупантів. Фактично, як у Чорному морі, для російської Чорноморської флотилії уже немає більше безпечного місця. Так само для російських окупантів уже немає безпечних місць в самому Криму. Адже якби далеко і глибоко вони не були від адмінкордону з материком, врятувати їх від прильоту уже ніщо не зможе. Останнє время працюють з тим, що вже по Криму, по більшим дальностям. Так як збрасують їх самоліти, а западну частину Криму ми вже підчищаємо від ПВО російського, значить вони можуть підходити ближче к точке точку сброса ближе к Криму подносить. Тому можна вже говорити о том, що любая точка в Криму може бути поражена. Любой военный объект в Крыму может быть поражен и Storm Shadow с Калпом в том числе. Подойдут Таурусы, ну, конечно, еще и Таурусы будем использовать. Ну, а по поводу травы, ну, это сильно много надо было бы всю траву в Крыму скосить, собрать это на базе части, ну, а потом туда прилетит Storm Shadow, ее подожжет. Ну, примерно в таком режиме, если в качестве шутки можно это, так сказать, подать, то могла и трава так гореть, но слишком много. Ну, установить, да, то есть в каком-то будущем, пусть не в недалеком, но на данный момент однозначно паритета нет. То боевое поражение, которое носит Россия Украине, оно намного больше, на порядок как минимум больше, чем то, которое мы можем наносить России. Хотя, исходя из вот, полуторагодовой фазы войны, можно говорить о том, что украинская система ПВО, украинские те же части и военные в том числе, ну и инфраструктура, она рассредоточилась, и россиянам сейчас очень сложно выискивать такие, как были раньше, допустим, даже год назад, точки, по которым можно было нанести удар, они бы привели к каким-то большим последствиям. А вот мы в России эти точки можем находить, даже не имея паритета, имея в 10 раз меньше боевой нагрузки, которую можем использовать из-за того, что Россия — это большая бензоколонка, в любом месте практически, куда ни плюнь, там стоит какой-нибудь топливоприемник или какая-нибудь добычная система работает, то уничтожение, а это легальные военные цели, так как топливо — это кровь армии, естественно, армия, если находится на нашей территории, то мы имеем право работать по всему любому виду обеспечения этой армии, где бы оно ни находилось, главное, чтобы оно было российским. То есть вот по российским объектам топливной промышленности мы можем работать. Вопрос использования дальних средств поражения, он может не всегда быть эффективным, так как либо дойти не сможем по радиусу, исходя из боевого радиуса, но есть механизмы другого уровня. Это когда включаются либо разведсообщества в выполнении этих задач, а именно они в основную тяжесть на себе несут уничтожение российских военных объектов в глубине, в глубоком тылу России. Это и служба внешней разведки, это главное управление разведки, контрразведка службы безопасности, разведгруппы сил спецопераций. И те партизаны, которые сейчас уже работают на территории России. Да, то есть они могут быть как-то координированы, а могут как раз работать в режиме свободной охоты,
находя военные объекты, его уничтожает с помощью и беспилотников, которые закуплены в той же России, тех же китайских в России, и с помощью других средств уничтожения. Еще раз повторюсь, бензоколонка. На бензоколонке, ну, говорят, нельзя курить, а если начинаешь курить, то начинает все гореть и взрываться. Вот примерно в таком режиме сейчас уничтожается вот эта топливная система российской армии. Ну, дело в том, что крушение самолета, оно, если коррелируется с количеством боевых вылетов или количеством полетов как таковых, есть определенные чуть ли не коэффициенты именно такого рода крушений, которые происходят либо из-за сильной нагрузки на летный состав, на инженерно-технический состав, нагрузки на авиатехнику, но и от количества летных часов. То есть есть определенный коэффициент происшествий на летный час. Вот он, пока еще россияне не выходили за эти коэффициенты. То есть просто то, что мы часто видим, это как раз то, что часто они просто летают. Ну, участились эти моменты за счет увеличения общего количества налета. Сами по себе самолеты, в принципе, неплохие. То есть сушки на базе Су-27. Су-27 неплохой советский самолет. Но у россиян единственная проблема – это двигатели. То есть двигатели, двигательная система. Они не смогли создать хороший двигатель на сушке. Ни на сушке, на старой, ни на новых сушках. Су-30, Су-34, Су-35. Пытаются какие-то новации туда вогнать. Вот Су-35 вообще изменяемая геометрия определенная и движение сопла и тяги. Ну, то есть, но тем не менее сами двигатели очень ненадежные. И вот очень часто у них выходят из строя именно двигатели, либо топливная система. Потому что и вот видели несколько за последние полтора года, несколько аварий, катастроф было как раз из-за отказов топливной системы. Ну, а вот воздействие на топливную систему может быть и со стороны однозначно, потому что двигатели — это довольно-таки сложная машина, и даже просто воздействие на топливо, которое можно довольно-таки легко произвести, а топливо само по себе в воздухе может остановить двигатель. Ну, разное, даже просто определенное количество воды, плеснутое в бак самолета или в какой-то топливоприемник, и не проверенное техсоставом. Там есть определенные механизмы проверки наличия воды в топливе. В конце концов приводит к срыву в струи и срыву пламени и дальше остановке двигателя. А если нет высоты для его перезапуска, то это приводит к катастрофам или к авариям.